Накануне начал свою работу второй международный форум «Узбекистан-2035», организуемый международной негосударственной некоммерческой организацией «Буюк-Келяджак». В рамках мероприятия были представлены доклады с презентацией ключевых экономических и политических направлений проекта концепции стратегии долгосрочного развития Узбекистана до 2035 года. Эксперты разделились на 8 тематических секций, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы и задачи, касающиеся таких направлений, как развитие государственного управления, сельское хозяйство и текстильная промышленность, финансовая система, промышленность, транспорт, строительная отрасль и инфраструктура, туризм, здравоохранение и социальная политика, человеческий капитал и культура, экология, наука, технологии и инновации. Работа данного форума продолжается, и сейчас на месте события работы наша съемочная группа. Доброе утро, коллеги. Расскажите, какие темы будут обсуждать в ходе работы второго дня форума и на чем конкретно ставят акценты? Диля, Азиз. Доброе утро, Надира. Да, как вы сказали, очень много тем для обсуждений. Вот сейчас активные дискуссии продолжаются уже во второй день международного форума «Узбекистан-2035». И вот сейчас мы подходим к третьей рабочей группе. Группе она посвящена финансовой системе. Если вчера эксперты обсудили рынки капитала, пенсионную систему, страхование, то сегодня идут обсуждения касательно налоговой политики, государственного бюджета, системы финансирования и говорят об инвестициях. Вот прямо сейчас мы видим, что выступают эксперты. До этого проходили онлайн-выступления. Вот, сейчас уже говорят о налоговой системе. Чуть раньше поговорили об основных направлениях развития инвестиций, озвучили динамичный сценарий, о необходимости прозрачности финансовой системы. Haqiqatan ham bundan tashqari ekspertlarimiz tomonidan aynan pensiya tizimidagi o'zgarishlar, shuningdek kapital amnistiya masalasi, bundan tashqari global iqtisodiyotda O'zbekistonning ortib borayotgan ulushi haqida qizg'in muhokamalar, loyihalar taqdimoti, bundan tashqari mana bunday taqdimotlar bo'lib o'tmoqda. Sherigim Dilfuza aytib o'tganidek, onlayn tarzda, ya'ni dunyoning barcha davlatlari, aynan Buyuk kelajak kengashiga a'zo ekspertlarimiz o'zlarining loyiha taqdimotlarini o'tkazishmoqda. Xususan o'sha kapital amnistiya masalasiga ekspertlarimiz alohida to'xtalib o'tishdi. Bugungi kunda o'sha kapital amnistiya masalasida butun dunyoda ilg'or tajriba to'plangan va bu borada qilinayotgan ishlar o'zining samaralarini bermoqda. Agar biz ham aynan mana shu kapital amnistiya masalasida, ya'ni o'sha sohasida islohotlarni amalga oshiradigan bo'lsak, 2035 yilga borib, albatta bu ekspertlarimizning fikri, ya'ni O'zbekistonning kapitali bozoriga 15-25 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri kapital investitsiyani jalb qilish imkoniga egamiz. Bundan tashqari Dilfuza, qo'shni xonada esa transport, qurilish va infratuzilma, turizm yo'nalishida ham muhokamalar o'tmoqda. Ular ham kuni kecha o'zlarining o'sha qizg'in muhokamalarini o'tkazgan, aynan yo'nalishdagi ishlar bo'yicha. Keling, bu xonani ham kuzatsak, qanday jarayonlar bugun davom etmoqda bu yerda. Да, здесь мы видим пятую рабочую группу. Она посвящена транспорту, строительной отрасли, инфраструктуре и туризму. Очень актуальная также тема. И вот сейчас мы видим, проходят обсуждения. Эксперты ведут активные дискуссии. Ну а более подробно о работе данной рабочей группы и других, напомню, их 8, мы будем рассказывать вам наших следующих информационных выпусках. Надира. Спасибо, коллеги. Напомню, с нами на связи были корреспонденты Дильфуза Мадаминова и Азиз Катаев. Форум продолжает свою работу, и прямо сейчас с нами на связи еще одна съемочная группа, которая освещает секцию сельского хозяйства и текстильной промышленности. Коллеги, вы на связи. Промекательность ее. Пока диплом. Шлоху ее, промекательность ее.
Спасибо, Надира. Мы сейчас находимся прямо в гуще событий во время секции, посвященной сельскому хозяйству и текстильной промышленности. Как вы видите, здесь ведется оживленная дискуссия. Сейчас ведется доклад, посвященный развитию сельского хозяйства у нас в Узбекистане. Да, Джабар? Ха, турай, да, шло хожалеги, вату хумайчилик, юнашта, я баслар, джуду, хам, кызыпкетті. Келин Тамила, сіз сухбандош мен сухбатлаш күніңізче, мен мұзокерлерін күзатсам. Да, спасибо, Джабар. Сейчас вот рядом со мной находится представитель Министерства сельского хозяйства Мансурджон Расулев. Мансурджон, пожалуйста, если можно, расскажите нам вот о работе данной секции. Вчера тоже вот у вас здесь была оживленная дискуссия, были даны рекомендации. О них, пожалуйста, поподробнее. Да, вы правильно отметили, уже второй день продолжается работа этой рабочей группы, и было дано очень много рекомендаций, как со стороны локальных экспертов, так и экспертов с международным опытом. Выделить конкретные какие-то предложения или рекомендации сложно, так как все они очень ценные и актуальные. Но в одном все эксперты, в одном мнении все схожи, в том, что необходима единая концепция, единая стратегия комплексного развития сельского хозяйства, всех его аспектов. И как раз-таки вот эта платформа, она очень эффективно работает в целях вот объединения, консолидации всех этих мнений и предложений в один единый комплекс. Предложений. Так что мы рады участвовать в работе этой группы. Мы сейчас слышали, что сказали, что нужно именно наращивать кадровый потенциал в сфере сельского хозяйства. Как вы относитесь именно к этой цели? Да, это исключительно правильная и необходимая задача – повышать кадровый потенциал. Но с помощью рабочих механизмов, через повышение привлекательности рынка, так как молодые люди, которые только поступают в вузы или заканчивают вузы, они заинтересованы в том, чтобы обеспечить себя стабильным заработком и карьерным ростом. И если сельское хозяйство сможет обеспечить эту привлекательность, то, естественно, у нас появятся ведущие вузы, в том числе и частные, которые смогут подготовить тот необходимый кадровый потенциал. Благодарю вас, Мансурджон. А сейчас я хочу передать слово моему коллеге Джабару Аскарову. У него тоже появился хороший собеседник, специалист в данной сфере. Тамила, juda ham qiziqarli bo'lyapti. Muzokaralar, munozaralar umuman ushbu qishloq xo'jaligi yo'nalishida yangi telekanal ochish kerak degan takliflar bo'lyapti. Umuman o'sha ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida amaliyotlarni bir chuqurlashtirish kerak degan takliflar ham bo'lyapti. Hurmatli teletomoshabinlar va men hozir yonimga suhbatdoshni chaqirmoqchiman. Germaniya yer tadqiqotlari markazi loyiha rahbari Abroraga G'ofurovni chaqirmoqchiman. Assalomu alaykum. Abroraga, umuman siz keling dastlab faoliyatingiz haqida gaplashsak. Ayni paytda qanday faoliyat bilan, tadqiqot bilan shug'ullanyapsiz? Ayni paytda o'sha Germaniya yer tadqiqotlari markazida o'rta osiyo suv loyihasi rahbari bo'lib ishlayman. O'sha loyihada bizlar o'rta osiyoda suv resurslarini miqdorini aniqlash va uni oqilona tarzda taqsimlash bo'yicha shug'ullanamiz. O'zbekistonning uzoq yillik rivojlanish strategiyasi loyihasiga qanday bir taklifingiz bilan keldingiz? Bu yerda O'zbekistonda o'sha 2035-yilgacha tuzilayotgan strategiyada qishloq va suv xo'jaligini boshqarishda ilm-fanni qo'llash degan fikr bilan chiqdim. Ya'ni bu ilm-fanni qo'llagan holda innovatsion g'oyalarga ega bo'lish va ularni o'sha amalda qo'llab joylardagi sharoitlarni yaxshilash. Ya'ni aynan qaysi hududlarda masalan? Bizarniki endi o'sha regionalni butun O'rta Osiyoni qamrab oladi o'z ichiga. Ya'ni barcha o'sha 5 ta davlat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va suv miqdorlarining tog'larida qancha ekanligini oldindan hisob-kitob qilish va o'sha davlatlar aro boshqarishda zamonaviy usullarni foydalanish. Orol muammosi ham bormi tadqiqotlaringizda? Tadqiqotlarda orol muammosi unaqa keng yoritilmadi, lekin qisqa gapirib o'tdik. Orol muammosi albatta mintaqamiz uchun juda ham bir muhim fojia. Bu orol muammosini bizlar yechim topish uchun uni tubdan o'rganishimiz kerak. Ya'ni bu savolni berayotganim sababi o'tgan yillarda mana kuzatdik o'sha
Xorazm, Qoraqalpog'iston yerlarida o'sha kuchli shamol oqibatida tuzlarning yog'ilishi kuzatildi. Shuning uchun shu savolni beraman. Shunaqa. Endi Orol qurib borgandan keyin o yer osti suvlari ham sekin pastga tushib boryapti. Bu o'sha yer ustidagi tuproqning bir-biriga ushlanishi juda ham kamayib ketadi. Shu oqibatida shamol bo'lishi bilan tuzlar ko'tariladi. Ana endi bularni oldini olish uchun Orol dengizini tarixini tubdan o'rganish kerak. Oldindan qanaqa bo'lgan? 100 yil, 200 yil oldin qanaqa bo'lgan? Va 30 yil, 50 yildan keyin qanaqa bo'ladi? Hozir iqlim o'zgaryapti. Iqlim o'zgarishi oqibatida suv resurslari kamayish kutilyapti. O'shalarni inobatga olgan holda Orol dengizini nima, Orol dengizi bilan o'zini nima qilamiz degan savollarni kundalan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Abror aka, suhbat uchun rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta, biz mana shu sessiyalarni davomiy kuzatib boryapmiz va hurmatli teletomoshabinlarga har soatda yetkazib borishga harakat qilamiz. Marhamat, studiya. Спасибо, коллеги. Я еще раз напомню, что мы и дальше будем следить за работой форума. С нами на связи были наши корреспонденты телеканала «Узбекистан-24» Тамила Икрамова и Джобер Аскаров.